войны. Все, красная секунда пошли, ага. Слушай, я включил, хочу вот эту тему вчерашнюю разобрать. Помнишь, вчера этот клиент Алексей сказал, что типа мы ушли от своих вот этих лозунгов, что мы научим всех работать, что вот как отошли от этого немножко. Не, он как-то еще так интересно выразился, типа у вас пропал боевой запал. Да, 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 да. Ну да, я на самом деле, вот он напомнил об этой фразе, я даже, кстати, ее как-то и вообще забыл, если честно. А теперь спустя время хочется рассказать, на самом деле, к чему была эта фраза сказана и почему мы сейчас, наверное, этого не используем. Если в двух словах, это были эмоции. Сейчас расскажу. Когда-то, когда мы только начали канал, от нас очень часто веяла вот эта вот тема. Мы заставим других работать, мы научим других работать, мы там зададим тон. Можно было, с одной стороны, подумать, что мы такие дерзкие, самоуверенные чуваки, которые вот все такие пришли прям, сейчас мы тут все сделаем. На самом деле ситуация до боли смешная и простая. Какое-то время назад, то есть я рассказываю, я сейчас немножко, может, кто-то нас впервые смотрит, поэтому все-таки расскажу. Я вот этой спецификой занимаюсь достаточно давно, но никогда себя не соотносил к подборщикам. Я считал, что я просто парень, который разбирается там что-то в машинах и помогает другим людям покупать машины. То есть я не считал, что я прям какой-то эксперт, там, технарь или что-то в этом духе. То есть я знал специфику рынка и знал, что и как правильно делать. И вот спустя какое-то время мне самому пришлось обратиться за подобной услугой. То есть у меня врал был по работе, у меня куча командировок, и я не могу заняться поиском машины для жены. Мы хотели купить Пыжик 308. У нас на канале, кстати, есть видео об этом, но мало ли кто-то смотрит впервые, чтобы рассказать уже полностью эту ситуацию, а не отсылать к старому видео. 308 Пыжик, беленький, желательно, но must have это... максимальная комплектация с панорамной крышей. Бюджет на эту машину у нас был 400 тысяч рублей. Но 400 тысяч рублей я отдавал себе отчет. Это я ее буду искать. Компании, чтобы отдать подбор, я был готов повысить бюджет до 450. Вдумайтесь, это неплохая такая надбавочка, я вам скажу. Потому что я понимал, что у нас очень много хотелок. И каково же было мое негодование, когда я начал обзванивать одного за другим подборщиков частных, компаний, и везде слышал одно и то же. Этого мало. Если максималка, то это ближе к 500, там 480, 500. А либо другой вариант, там другие компании более такие там клиентоориентированные, назовем. Они мне предлагали взять тачку старее, более возрастную и в более простой комплектации, то есть ну, только автомат будет и все. Да, без панорамы за 450. Да-да-да. В итоге, чтобы не быть голословным, договор купли-продажи валяется дома, если будет интересно, я его найду. Мы нашли автомобиль, искала его жена, то есть по моей инструкции. Искал его жена, а я только приехал проверить окончательно найденный автомобиль, когда я там очередной раз был дома, то есть... И ситуация в чем? Мы нашли за одну неделю белый в максималке с панорамой за ровно 400 тысяч рублей. Он стоил 420, я как сейчас помню, но мы сторговали, то есть за 400 тысяч мы эту машину забрали с одним владельцем, с очень маленьким пробегом. И ситуация-то в чем? После этого подбора, ну, вернее, попытки заказать подбор, мы встретились с Серегой. Вон он сидит. Мы встретились с Серегой. Я ему рассказал эту жесть. Я говорю, что какого черта? Вот есть очень прикольная услуга. Я понимаю, что я не готов тратить свое время на подбор. Каждый занимается своим. Я готов зарабатывать деньги там так, как я их в тот момент зарабатывал. Лучше заплачу, и пускай человек для меня сделает, выполнит эту услугу. Но я не смог добиться выполнения. И в итоге у нас родилась идея. Ну, коли уж мы варимся в этой тематике, почему бы нам не начать позиционировать себя как компания со своим подходом? Мы разработали свой подход с абсолютного нуля. Я очень обижался на подборщиков, которые заявляли, ну, мы же все друг у друга воруем какие-то идеи. Нет, друзья, мы делали все с абсолютного нуля. И мы решили с Серегой создать ту компанию, которой не хватало именно нам. То есть, да, дать услугу, ту, которой не было. Да. Мы решили сделать то, куда бы мы сами обратились. Поэтому мы просто сели и поняли, что я вот, допустим, я бы поднял бюджет до 500, например, но я для этого должен понять, что это нереально. Вот почему мы говорим, что у нас часто мы тоже превышаем бюджет, который задал клиент, но клиент понимал, почему. Потому что он видел отчеты. Вот он, первая фишка, которую мы ввели, это поиск полностью часть, открытый да, для клиента. Часть клиента в поиске. Да, потому что вот эта тема, когда мне рассказывали, ты типа
записал в договоре техническое задание, и все, и просто ждешь. И тебе выдают машину и говорят, и ее можно брать. Меня лично такой подход в корне не устраивал. Я хочу ее сравнить с чем-то. Поэтому, ориентируясь в рынке, я понимал, что я плачу за то, что побегайте вместо меня и покажите мне, из чего выбрать. Вот именно такую услугу мы и дали. Поэтому вот те вот слова, про которые мы сегодня уже сказали, мы зададим тон, мы научим других их работать. Да. Но прошу прощения, если для кого-то это когда-то звучало обидно, и кто готов был действительно там нормальную услугу оказывать. Но это были слова обиженного клиента. В первую очередь именно так. То есть мне не захотели оказать услугу качественно, значит, мы сделали... Ну, друзья, не захотели вы, значит, будем делать сами. Вот, так начался Клинликар. С одной банальной идеи, с одной банальной обиды. Поэтому вот почему мы не используем больше этот лозунг. Мы не поникли, мы просто не хотим никого обижать. А это были всего-навсего слова обиженного человека, которому просто, ну, сказали, давай на наших условиях и точка. Поэтому, наверное, Серег, мы с этого видео начнем серию о том, как у нас все начиналось. И просят люди все-таки освещать то, что у нас происходит нынче. Да, многие обратили внимание, что мы переместились в офис. Ну, потому что сейчас действительно он стал актуален. Да, да, мы об этом расскажем, почему так. Поэтому